Трезвые родители, счастливые дети. Сегодня в столице Чувашии прошла межрегиональная конференция, посвященная вопросам отказа от алкоголя. Мы за трезвые семейные традиции. Так звучит один из девизов конференции. На этот раз проблему пьянства участникам решили продемонстрировать наглядно. Показали фильм чувашского режиссера «Валенки». Автор рассказал историю маленького мальчика, чьи родители страдают алкоголизмом. Глава семьи пропил все ценные вещи, но ему было все мало. Тогда он забрал валенки сына, и это привело к страшным последствиям. Когда же отец осознал, что натворил, и решил все исправить, стало поздно. А я тебе валенки принес. Пап, а мне валенки больше не нужны. Видео до слез тронуло зрителей. За 9 минут они увидели, как алкоголизм может сказаться на близких людях. Достучаться до каждого – задача конференции. Я хочу выразить большую благодарность организаторам этой представительной конференции по очень важной проблемы нашей страны. Я впервые, честно говоря, вот последнее время попадаю на такую конференцию. Надеюсь, что будет хороший разговор, деловой разговор, и будут выработаны нужные предложения, которыми воспользуется и ваша республика, и, надеюсь, они будут переданы и высшие органы власти. Проект закона о сохранении трезвости детей, мониторинг алкогольной ситуации, мотивация на ЗОЖ. И еще около 15 разных направлений участники обсудили в рамках конференции. Мы еще раз с вами подумаем, как нам эффективно бороться с этим злом, как сделать так, чтобы наше общество было более здоровым. Нет хуже, наверное, болезни, чем эта болезнь алкоголизма. Страшное дело. Я вижу много молодых ребят, которые мужчин, женщин, которые в жизни оказались неудачниками только по той причине, что привычки у слабость. В нашей республике с этой проблемой борются активно. Чувашия входит в топ-20 регионов с большой профилактической работой. Ведь алкоголизм, как и любое другое заболевание, легче предупредить, чем лечить. Поэтому сейчас одна из главных задач – вести моду на здоровый образ жизни, чем мы и занимаемся. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.